Член сборной Казахстана по шахматам Булат Карибаев готовится к турниру во Франции. Весной этого года он стал призером республиканского чемпионата и теперь надеется повторить свой успех на международном уровне. Шахматистом встретился наш корреспондент. Булат Карибаев в профессиональных шахматах не первый десяток. За это время ему покорилось немало высот. Но самой заветной для шахматиста была республиканская медаль, которую ему на протяжении многих лет не удавалось завоевать. И вот в апреле 2015-го наш земляк наконец-таки добился своей цели. На соревнованиях в Шымкенте карагандинец занял второе место. Я лично для Карагандинской области уже завоевал 4 медали различного достоинства. Но эта медаль у меня особенная. Потому что я нарушил плохую традицию не выигрывать медали в чемпионатах страны. И, наконец, с 9-й попытки мне это удалось. И это удалось благодаря, прежде всего, моральной поддержке друзей. Ветеран спорта является полноправным членом сборной Казахстана. Сейчас шахматист планирует биться за честь нашей страны на международных соревнованиях, которые пройдут во Франции. Также он собирается на чемпионат Азии. Статус Булата Карибаева позволяет ему участвовать на турнирах мирового уровня, но существуют проблемы с финансированием. Спортсмен просит городские власти оказать ему материальную поддержку. Мое участие в чемпионате Европы и в чемпионате Азии – это будет большая честь и престиж прежде всего для нашего региона. И, конечно, если это действительно состоится, мои планы с тренером, своим тренером Сергеем Грузинским попасть во Франции в первую десятку на европейском первенстве, а на личном чемпионате Азии обязательно попасть в тройку и завоевать одну из медалей любого достоинства. Я думаю, это будет... Если это удастся, это будет скромный вклад в связи с приближающейся исторической датой, 550-летием Казахского ханства, после того, как прошло 70-летие Великой Победы. Булат Карибаев совсем недавно вошел в состав национальной сборной Казахстана. Если незрячему шахматисту удастся принять участие на международных соревнованиях, то он готов доказать не случайность своего попадания в команду. Ануар Сидрахим, Арман Бектубаев, Айдос Садых, 5 канал.